Доброго времени суток, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию новинку 2016 года от фирмы Мэнг Т-72Б3. Перед нами вот такая большая коробочка, полностью доверху наполненная литниками. За что особая благодарность фирме Мэнг. Ну что, посмотрим поподробней. На боковинах коробки, как видите, палитра цветов красок АК Интерактив. Танк Т-72, который в 2015 году принимал участие в танковом биатлоне. Все очень красочно, красиво нарисовано. Здесь танк в армейской раскраске, в зеленой однотонном цвете. Ну вот, как видите, стоит 2016 год. Данные здесь краски и данную модель при желании вы можете заказать в магазине «Я моделист». Ну, теперь откроем коробочку и посмотрим содержимое. Как видите, сразу же видно, что коробка наполнена до краев. Такая красивая инструкция. Сделана в виде книжки. Все красочно, очень приятная бумага. На первых страницах описание самой модели Т-72Б3, чем он усовершенствован, чем модифицирован. Как многие знают, что Т-72Б3 улучшен прицелом наводчика многоканальным «Сосна-У». Также улучшены у него системы защитных комплексов и улучшенные снаряды «Свинец-1» и «Свинец-2». И смотрим саму сборку. Все отчетливо и красиво указано, все крупно. И что мне понравилось, инструкция сделана на нескольких языках, и в инструкции присутствует русский язык. Как видим, подвеска здесь будет рабочая. Так же, как и сами траки. Ничего сложного нету. Если собирать модель согласно инструкции, все собирается без проблем. Я ранее собирал танки от Мэнга Т-90. В принципе, здесь половина деталей от танка Т-90. При сборке я получил много удовольствия. И надеюсь, Т-72 будет также хорош в сборке. Инструкция предлагает несколько вариантов окраски, как одноцветных, так и в камуфляжах. Выставочный камуфляж, также камуфляж, в котором танк участвовал в танковом биатлоне от российской команды. Ну и точно такая же палитра цветов, как и на самой коробке. Все литники упакованы в отдельные пакеты. Я их заранее распаковал, с коробочку
оставим в сторону и будем смотреть. Ну, начнем с ванны корпуса. Нижняя часть корпуса. Все сделано четко, хорошо. Очень приятный пластик на ощупь. Приятное литье. Стоит 2012 год. Вот это вот, как я и говорил, от Т-90. В принципе, Т-72, Т-90, это тот же улучшенный Т-72. Стыковка хорошая, все стыкуется. Резиновые втулки. Катки, гусеницы, подвеска, все рабочее. Специальный трафарет для установки уровня балансиров. Пулемет. Все сделано хорошо. Высверлен ствол. Литник 2016 года. Цельная литая башня. Тоже стоит выштамповка 2016 год. На каждой детали, на каждом литнике. Четко и хорошо. Нету ни следов от стыков пресс-форм. Утяжены. Не обнаружены. Облоя тоже не обнаружено. Следы от толкателей все спрятаны внутрь. Тоже литник 2016 года. Все сделано очень хорошо. Звездочки. Литник с навесными баками, бочками. Тоже стоит 2016 год. Ствол сделан с разных частей. В Т-90 он собирался очень хорошо, ровно. Довольно качественно. Потом, кому интересно, после видео будет слайд-шоу
Попробую подробно и хорошо все отфотографировать. Тоже все хорошо сделано. Имитация резинового борта. Все выполнено очень хорошо, красиво. Скажу сразу, модель по пятибалльной шкале заслуживает 5,5 баллов. Потому что реально все сделано очень хорошо. Модель, в принципе, в сборке. Я думаю, понравится и как профессионалам, и как начинающим моделистам. Труда никакого не составляет ее собирать. Срезаешь, зачищаешь детали, приклеиваешь. Все становится на свои места безупречно. Вот три одинаковых литника с катками. Катки тоже сделаны отлично. И также в наборе, про фототравление скажу отдельно, но в наборе сделан из фототравления специальный трафарет для покраски катков. Как видите, литников очень много. И не к чему даже придраться. Маска оружия и патрубки на бочке сделаны такого как бы силиконового прорезиненного пластика. Пленочку упакованы литник с прозрачным пластиком, с триплексами, смотровыми окошками. Прозрачный хороший пластик. Самый большой литник. Хорошо сделана расшивка. Очень хороший набор. И вот литники с рабочими траками. Собираются при помощи вот такого кондуктора во время сборки, я все подробно покажу. Собирается очень легко, без каких-либо проблем.
Плитники повторяются. Поэтому, в принципе, каждый... Плитники повторяются, поэтому каждый показывать нету смысла. Также в наборе дана такая платка фототравления с отравленными решетками. И небольшая декаль. Имитация тросика из нитки, что, конечно же, надо менять. Вот такая декалька. Все сделано хорошо, без всяких смещений. Ну и подведем итоги данного обзора. Набором я очень доволен. Рекомендую к сборке. Все очень приятно, хорошо сделано. Как я и говорил раньше, набору можно смело давать 5,5 баллов. Это высокая довольно оценка. На этом буду заканчивать данный обзор. Спасибо за просмотр. До новых встреч, друзья!